Привет, ребятушки, я под мостом, там водопад, там оператор, там наводнение, жесть вообще какая-то, просто какого хрена я здесь забыл? Мистическая история, в общем, ребят. Недавно я выкладывал шортс, где я показывал, как камеру поменять на V5F, и в комментариях был запрос снять полный видос про замену камеры на X-е. И, естественно, я его одобрил, этот запрос, но менять планировал тогда, когда это понадобится. И рассчитывал, что это понадобится не скоро. Но какая-то бабка нашептала или что, я не знаю, почему это произошло. Камера сдохла через 2 дня, прямо после этого запроса. Это фантастика, но как есть. Поэтому в экстренном формате я решил все это дело поменять. И как бы снимать видос я не планировал. Поэтому получилось все не совсем так, как я хотел. Ну что отговариваться, как вышло, так вышло. Начальную стадию разбора я вам не покажу, потому что к тому моменту, когда я начал снимать, я уже снял крышки и открутил некоторые винтики. Но суть вы поймете, я думаю. Про инструмент тоже рассказывать не буду, потому что у всех он может быть немножечко отличаться, потому что у меня менялся крепеж, и у меня там одни винтики, у вас могут быть другие винтики. Но я думаю, вы не глупые, вы сами разберетесь, какие там где шестигранники нужны, или отверточки, или вообще все в таком духе. Спасибо той бабке, которая все это нашептала. Она, видимо, старалась для вас, а я получил какой-то опыт. Так что приятного просмотра, ребятушки, и не забудь подписаться, ты мне нужен. Ну что, первый раз разбираю Samsung 16X до такой степени. Сосок, видимо, оторвался. Какая-то проблема вообще с этими сосками вечная. Шина V5F оторвался, что здесь шипит прямо из него. Сначала думал, что динамики, потому что звук как будто бы отсюда шел. Но шипит из соска. Крышки я уже снял. 4 винта здесь уже открутил. Разъем еще не отсоединял. Сейчас попробуем отсоединить. Тут все залито компаундом на глушняк. Я не знаю, как его отсоединять, если честно. Возможно... ну он тут разрывается, да, просто? Окей. Окей. Это хорошо. Компаунд просто разрывается. Отсоединяю первую батарею. Вторая батарея у нас... Тут тоже все в компаунде. И залит очень хорошо. Вторая батарея отсоединена, это движок, мы тоже отсоединяем его. Залили хорошо, на совесть. Так, движок отсоединен, вот эту штуку, получается, мы открутим, чтобы провода вышли свободно. Она тут тоже вся приклеена, блин. А что, никак нельзя по-другому высунуть? Не, не пройдет, здесь места нет. Гидроизолейшн, так-то, за которую я 15к отдал, превращается в ничто. Там свистит. Сосок этот. Так, это значит отключили, это отключили. Говняшки все эти выкидываем отсюда. Все, сбросили. Питание. Едем дальше. Откручиваем колесик. Да, не ожидал я, что придется залезать сюда так рано. 400 километров всего проехал. И уже колесо снимаю. Благо, есть время и инструмент. Стакан, кстати, в месте крепления нижних винтов все-таки треснул. Чуть, потому что винты с не очень большими шляпками, а притянуты были сильно, пластик разъехался в стороны, и, видимо, под длительной нагрузкой он тусовался и немножко треснул. Я купил шайбы, буду ставить шайбы пошире, чтобы вся это была площадь, чтобы давление не такое серьезное было. Может, это поможет хотя бы на какое-то время сохранить стаканы. Жалко, конечно. Ну, что поделать? Тут музыка соска происходит, такая, как индийская какая-то. Прикольно. Пока оставлю один винт. Сейчас
проверим, что с той стороны происходит. Да, прикручу-ка я вот эту штуку на место, чтобы она мне тут не мешалась пока что хотя бы. Обратно перекручиваем на ту сторону. Разъем. Так, у него здесь наверняка есть фиксатор или нет фиксатора. Должен быть. Как сюда добраться-то? Главное компаунд подцепить и снять его. Только засохший какой-то, не знаю, на что похож. Это какую-то рыхлую резину. Все в нем вообще, все. Надо его почистить чуть-чуточки. И подтянуть. Есть. Все, мотор отключен. Мы можем приступать к дальнейшим разборкам. Не хочется долго возиться, погода на улице прекрасная, я вообще хотел сегодня покататься. Но получается, что не получается пока. Ой, тут какой-то поролон, надо его вытаскивать отсюда. Вытащили поролон, потом ставим на место. Идем обратно. Откручиваем последний винт с этой стороны. И тут еще залит компаунд, получается, в районе оси. И все это к стаканам приклеено. Я сейчас не знаю, как оно будет выдвигаться, отрываться, колесо. Сейчас мы будем проверять всю эту историю. С этой стороны не отклеивается. Есть. Компаунд полетел. Колес вылезает. Вот и, собственно, пожалуйста, мое первое раздевание колеса Kingston 16X. Бардак, конечно, сейчас я протру здесь. Ну, раз я сюда залез, значит, я залезу сюда по полной. Все эти какашечки убрать надо, посмотреть, что там под стойками, проверить. Все ли там гладко? Значит, для начала мы счищаем все это дерьмище с колеса, чтобы оно мне здесь не мешалось. Все моем, чтобы работать было приятно. Иначе не в кайф. А в кайф, когда работаешь с чистеньким всем. Не знаю, как у вас. У меня так. Колесо вчера как мог мыл в душе, но напора не хватает, чтобы из арки все выбить. Я вчера в такое дерьмо залетел случайно. В лес поехал кататься. И заехал какие-то невероятные говна. Поэтому все тут не в самом чистом виде. Но мы все поправим. Превратим в чистый вид. Маленький шестигранничек вставляем. Какашечки выковыриваем все. Чтобы не портить ничего. Все эти какашечки стираем. Легким движением руки откручиваем стойку. Дополнительные какашечки начинают вылезать наружу, но нам это не страшно. Отлично, никакой ржавчины нет, все четенько вообще. Здесь тоже все хорошо. А вот здесь все в говне. Надо это все говно почистить. Не падай духом, бро. Я, пожалуй, на оси компаунд сильно мучить не буду. Я его аккуратненько ножичком лишний просто срежу. Чтоб он не мешал просто. Теперь колечко. Господи, что на нем? Какие-то волосы, чьи-то волосы. Стоит отдать должное, смазка здесь была какая-то красная. Вот это красотища. Сейчас мы отсюда все прям начисто вычистим. И потом смазочкой забьем. И будет здесь все долго и счастливо жить. Ребята из Экодрифт молодцы, конечно, сделали хорошо здесь все. Но нам нужно идти на следующую сторону. Оп. Отлично. Повторяем процедуру.
это было посерьезнее прикручено, чем с той стороны. Походу на фиксаторе. Фиксатор у меня есть, это хорошо. Так и сделаем. Наводим порядок. Водонепроницаемый антикоррозионный лубрикант для стиральных машин. До плюс 185 градусов от минус 20. Так что все должно быть пушечно. Набьем им. Есть. Чистим начисто колечечко. Фиксатор резьбы синий, лавр. Продолжаем разговор. Ослабим. И маленечко подобьем. Чуть-чуть подтянем. И еще маленечко подобьем. Ну все. Теперь все затянуто. Все красиво там. Вторую сторону делаем. О, спина моя, спина. На Озоне такой инструмент купил. Должно помочь. Половина пути пройдена. Прям как обычно, в месте крепления вентиля треснула резина, отклеилась. Видимо, из-за того, что шевелишь, когда накачиваешь, там поправляешь его, туда-сюда крутишь. Печалька. Я потом, конечно, попробую еще накачать ее, посмотреть, точно там или не точно. Блин, а может покрышечку поменять, попробовать? Да не, меня в этой все устраивает, че я гоню. Надо проверить только ее на наличие каких-то острых штучек внутри. Камеру буду ставить ту, которую Экодрифт мне подарил. Надеюсь, она нормальная. Вот такая камера от Экодрифта. Почистим все еще тут. Крышечку еще внутри пройдем. Теперь главное не перепутать направление, а то я что-то погорячился немножко, да? Колесо у нас встает вот так. Правильно? Правильно. Значит, покрышка у нас встает вот так. Правильно? Правильно. Крышка, кстати, мягкая. И залезает без мыла. Да, Артём? Или ты предпочитаешь с мылом все-таки? Короче, ребят, пока там телефон не сдох. Хотя, что я? Я же его заряжу. Но в любом случае, менять камеру на Kingston 16X гораздо проще, чем я ожидал, и даже интересно. Может, только первый раз, конечно, интересно, но в целом прикольно. Ничего сложного в этом всем нет. Главное, чтобы было время и инструмент. А дальше все четенько. Можно сказать, руками практически. Легче, чем на V5F меняется здесь камера. Так, нужен насос. Насос, у которого сдох манометр. Но это не страшно, потому что все эти давления ничто в сравнении с чуйкой.
Так, еще же фишечка в чем? Надо же еще все ровно посадить. Так, моя чуйка мне подсказывает, что хватит. Манометр показывает 2,5 очка, но это брехня. Здесь нет 2,5 очков. Около 2, наверное. А, ну как раз, он на пол очка и врет. Стрелка не упала до конца. Так что все правильно. У нас есть цель заглянуть под арку. Точнее, в арку. О, говнищенка здесь, конечно. Нормально так. Пучку наковырял. Можно посадить цветочек какой-нибудь в нее, в эту кучку. И вырастет моноколесное растение. Я знаю, что это возможно. Да невозможно. С вероятностью 99,9 не имеет никакого смысла. Я люблю чистоту наводить. Пусть она и ненадолго. Но контроллер я почистил. На нем было целая куча дерьма. Мотор тяжеленный. Чего не скажешь о батарейках. Они вообще, кстати, не тяжелые. Я все делаю на весу. Но это ничего страшного. Потому что я все делаю аккуратненько. Вот и вся история. Вот и колесик на месте. Зафиксируем колесо. Здесь тоже зафиксируем чуток. Шайбочки будем подкладывать? Будем, а мы же для чего их купили? Для того, чтобы подкладывать. Еще синего фиксатора то бахнем. И еще два винтика пойдут без шайб. Я их сильно затягивать не буду. Все отлично. А как оно было-то, господи? Оно было здесь. Вот так оно было. На вторую сторону. Идем. Здесь история точно такая же. Здесь уже маленькие трещинки образовались на пластике. Но мы будем надеяться, что они не скоро пойдут дальше. Нереально. Замена покрышки или камеры на Kingston 16X. Процедура может быть и длительная, конечно, но она несложная и довольно интересная. Ну, по крайней мере, для меня. А тут аж целый кусок выломался, охренеть. Кусок пластика отвалился. Мы с этим поделать ничего не можем. Мы можем только облегчить страдания этому элементу. Не затягивать его до усрачки. В этом нам поможет фиксатор. Просто здесь чисто символически притянем. Так, мотор. Нам нужно опять снять эту ерунду. Габарит. Провод под нее. Только единственное, что я вот здесь компаунд повредил на акуме. Я, конечно, понимаю, что там никуда ничего не пойдет, скорее всего. Но ради собственного спокойствия я герметиком здесь пройдусь. Так вот. Отлично. Все. Это можно собирать. Как он провод? А, вот так он шел. Все, я понял. Здесь просто утапливается он. Включаем мотор. Остается подключить батку. Подключаем с другой стороны. Проверяем. Пушка, гонка. Все работает. Все отлично. Все. Красота. Выключаем. Погнали дальше. Герметик сюда, герметик сюда, разъем, вот такие штучки поролоновые здесь есть, а где еще было? Здесь было, да? Да, сюда штучку поролоновую, ну и вообще красота, в принципе, все. Закрываем крышку. В велкро проделаны дырочки, чтобы было легкодоступно. Поэтому снимать и надевать крышку, в принципе, не проблема.
10 винтов. Здесь самое противное. Ох, спина в шоке вообще. Ну, надо на столе, конечно, все делать, но у меня стола нет. Все смазано. Все жирненькое. Все классненькое. Аккуратненько берем. Теряем шайбу. Находим шайбу. Та-дам! А на этом моменте у меня сдохла батарейка на телефоне, и я про это, естественно, не знал. Поэтому окончательную сборку я вам тоже не покажу, но я думаю, там тоже вы разберетесь прекрасно и элементарно. Что я хочу сказать? Исходя из того, какую работу я проделал, за сколько я ее проделал и как я сильно устал, могу сказать только одно. Делайте это либо стоя, либо сидя. Я вот это делал на корячках, у меня спина заболела. Но в целом, замена камеры на Kingston 16X – это занятие даже интересное, прикольное, несложное. Все там довольно удобно, хорошо разбирается, снимается, меняется и собирается обратно. В принципе, замечательное колесо, обслуживаемое легко. Так что вперед, я в вас верю, меняйте там, что хотите, все просто, никаких заморочек. Всем всего хорошего, спасибо, что посмотрели, и еще раз не забудьте подписаться. До встречи! Стоп, стоп!